хочу показать водопад вам. Но он далеко, так-то очень маленький из этого выглядит. Но это же и 15 имеет, в свою очередь. Там снежники, которые его питают. Ну, горы чуть лучше осветились. Дорога горная туда уходит вдаль. Там наша база, но ее не видно. Это то, куда я смог забраться. Но еще покажу, если видно будет. Нет, не видно. Вот она, самая высокая эта гора. Пусьерочка. Ну ладно, а тут? Тут только водопад. И то название не знаю я его. Вот такие дела. Двое суток до дома. Залез. Сейчас лазить. Ой-ой-ёшеньки-ё-ё. Ну все. Как там принято? Вот водопад на моей руке. Кстати, вот мой друг фоткает водопад. Нет, все уже снято. Все хорошо. Сейчас пойдем домой. Пока.